В республике начали подводить итоги социально-экономического развития районов за первое полугодие. Сегодня совещание прошло в Чебоксарском районе. Консолидированный бюджет Чебоксарского района за первое полугодие исполнен с дефицитом. Расходы превышают доходы почти на 22 миллиона. Зафиксирован рост производства молока, поголовья крупного рогатого скота, объема введенного жилья. Важный показатель – среднемесячная зарплата. Она тоже увеличилась на 1,8%. На объектах малого и среднего предпринимательства создано 50 рабочих мест. Радует сегодня, что стабильно сегодня идет, развивается сельское хозяйство, но есть и некоторые показатели, над чем надо бы позаниматься всем, кто в этих отраслях работает. Не совсем удовлетворена работа именно показателями объема производства промышленной продукции, так как они снижены по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также снижены показатели объема розничной торговли и, конечно же, объемы общественных услуг. Но в то же время радует и то, что администрация Чебоксарского района сегодня активно работает по выявлению неформальной занятости. Что касается здравоохранения, то в этом году проводится капитальный ремонт Чебоксарской районной больницы. На это выделено более 9 миллионов рублей. Начато строительство двух ФАПов в деревнях Чешкасы и Ильбеши. Ремонтные работы планируются и в образовательных организациях, и в учреждениях культуры.